На своем ледовом поле уральский «Трубник» принимает «Динамо Казань». Эта игра открывает второй этап чемпионата России по хоккею с мячом. С самого начала на льду чувствуется напряжение, ведь обе команды прошли в плей-офф и впервые в этом году скрестили друг с другом клюшки. Ближе к середине тайма счет открывают казанские хоккеисты. Вскоре «Трубник» забивает ответный мяч, но на последних минутах гости вырываются вперед. Первый тайм игры заканчивается со счетом 1-2 в пользу гостей. Команды уходят на перерыв, а болельщики делятся впечатлениями. Ну, бывает, команда, конечно, огорчается им, своей игрой, своим результатом, но в целом, сам играл в детстве, просто как бы не передать словами. Конечно, выигрывают. Мы на каждый матч идем, как на первый, и всегда ждем победы. Всегда победы ждем, всегда победы ждем. То есть наша команда просто не может проиграть сегодня. Вернувшись на поле с новыми силами, первоуральские хоккеисты забивают гол в ворота «Динамо». Счет сравнялся. На середине тайма, загнав очередной мяч в ворота соперника, «Трубник» вырывается вперед. А вскоре с подачи углового первоуральцы забивают и четвертый гол. Матч заканчивается со счетом 4-2 в пользу уральского «Трубника». Первоуральские хоккеисты не скрывают эмоций, однако тренеры уверены, радоваться пока рано. Впереди еще много напряженных игр. Мы на каждый матч настраиваемся, потому что сейчас простых матчей нет. И каждый матч, там очки сейчас на вес золота. Так что к каждому матчу готовимся. Поддержать любимую команду первоуральцы смогут уже 18 января. Впервые в этом году на домашнем поле «Трубник» примет московское «Динамо». Игра начнется в 7 часов вечера. Ксения Буряк, Владимир Махмутов, Интера ТВ.